Продажа психотропных веществ в самом центре города. Во время оперативной закупки таблеток экстази и амфетамина в одном из развлекательных заведений сотрудники правоохранительных органов задержали распространителя наркотиков. В ходе следственных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность, который был причастен к сбыту этих веществ. Ним оказался 27-летний одессит, который работал барменом в одном из баров в центре города. Психотропные вещества были изъяты и отправлены на экспертизу до избрания меры пресечения. Подозреваемый будет находиться в одесском изоляторе временного содержания. По данному факту начато уголовное производство. Молодому человеку грозит лишение свободы до 10 лет.